Всем привет! Сегодня буду украшать торт для женщины на день рождения. Сначала буду делать герберы. Серединку буду делать насадкой травка. У меня номер 133. Окрашивала кредо-краситель угольный черный, номер 51. Окрасила пакетик больше, чем сам крем. Следующий ряд будет насадка номер 3. Круг. Окрашивала крем двумя красителями сухими. Вишневый и гранат цвет. Вместе смешивала. Красители разводила сначала водой, а потом окрашивала. Вот эта насадка. Крем окрашивала то же самое, как и вот этим красителем. Только еще окрасила пакетик дополнительно гелевым красителем Wilton. Цвет красный. А насадка... Вообще это была... Насадка круг 4 мм. И для лепесточков насадку взяла 79 хризантема. Здесь окрашивала крем только сухой вишневый и пакетик гелевым красным Wilton. Так как цветы буду делать не очень большие, сейчас вот есть такие мини-герберы. Немножко они поменьше. Серединку черным цветом. Стараюсь сделать серединку не сильно большую, такую вот. Теперь беру насадку номер 3 и два ряда делаю вот такие вот столбики. Один ряд сделали и еще один. Теперь вот эту насадку беру приплюснутую. Вообще такие продаются. Я знаю, что есть такие насадки в продаже. Только номера я не знаю. И делаю два ряда таких вот лепесточков. Здесь я насадку стараюсь немного ставить боком, чтобы они так немножко друг на друга заходили. И еще один ряд. Если нужно, укрепляем здесь, чтобы не упал цветок. И берем насадку хризантему. Сначала делаем небольшие лепесточки, один ряд. Такие вот. Так. И два ряда сделать таких вот в сторону немножко отводить. Такой цветочек получается, и отсаживаем. И сделаю несколько бутонов. Беру черный крем, делаю такую сначала основу небольшую и вытягиваю. Теперь вот насадку номер 3 делаю также. Насадку 79 беру и от самого низа прям делаю листочки, лепесточки.
один ряд сделали, и так еще немного через один. И вот такой бутончик. Для орхидеи мне понадобится срезанный пакетик для основы и две насадки. Большая изогнутая роза, 3,5 сантиметра на выходе. Если такой нет, берите розу, самую большую, которую у вас есть. Можно 2 сантиметра на выходе, тоже подойдет. И для серединки номер 61. Это тоже роза, но очень маленькая изогнутая роза. Крем я окрашивала вот таким красителем лайм. Можно зеленый смешать с желтым, топ-продукт. Здесь побольше добавила, а сюда добавила прям совсем маленькую капельку, чтобы буквально получить оттенок такого цвета. Ну и делаю основу, такую достаточно широкую, и вот такие подставочки себе, чтобы лепесточек держался. И ставлю насадку, давлю и веду вверх аккуратненько и назад, возвращаюсь и убираю. Один такой лепесточек, также веду немножко и кручу гвоздик и убираю. И третий лепесточек. Ставлю в серединку, в центр, давлю и кручу гвоздик. Насадку не двигаю и убираю. И еще один. Также ставлю в центр, давлю и кручу гвоздик. И убираю. И теперь сделаю серединку. Ставлю и кручу также вокруг оси. Кручу. Я потом добавлю еще серединку. Я сейчас сделаю все орхидеи. И потом буду их брызгать красителем. Сегодня они у меня будут такие тигровые. Теперь я взяла, развела два красителя, бордовый и коричневый, топ-продукт. Развела их немножко водой. И сейчас буду брызгать. Делать это можно зубной щеткой, можно кисточкой. Вот сейчас буду пробовать, чем лучше. Все-таки кисточкой получается аккуратнее, вот именно длинной кисточкой. Зубной щеткой более пачкается, все летит в разные стороны. А вот кисточкой именно вот можно прямо на цветочек. И еще сильно жидкий не разводите. Не жалейте красителя, лучше прям немножко развести. Чем он гуще, тем вот оно как-то лучше ложится и не растекается. Я взяла насадку номер 79. Ту же, которую делала Гербера. И в серединке сейчас сделаю один лепесточек по центру. Просто так выдавливаю. Вот так получается. Взяла тот же краситель, которым брызгала орхидеи. Заправила аэрограф. И сейчас покрою интон. Я вот не сказала, такие полосочки я делала вот таким вот зубчатым шпателем. Для зелени я взяла насадку листик галочка. Крем окрашивала коричневый и зеленый топ-продукт. И полосу нарисовала вот топ-продукт бордовый. И бутоны буду делать. Взяла насадку круг 5 мм.
Крем этот окрашивала вот таким авокадо, краситель номер 40. Я для бутончика взяла насадку 3 миллиметра круг. И цвет взяла вот от герберов. И также вот столбики сделала. Утапливаешь немножко. Ну вот такой сегодня у меня получился торт. Внизу я добавила вот посыпку. Вот такую вот. На этом буду прощаться. Всем, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!